6 апреля Государственный исторический архив Чувашской республики приглашает всех желающих на акцию «Ночь в архиве». Посетителей ждет знакомство с этапами возникновения и развития самого долговечного носителя информации – бумаги. Для гостей подготовлена выставка «Лес. Наше богатство». Экспозиция изделий из дерева, поэма о дереве и выставка книг о флоре и фауне Чувашии. К акции присоединится и Республиканский театр кукол со спектаклем «Весенние приключения медвежонка Тимчо». Всех желающих ждут с 16:00 до 21:00. Вход свободный.